это хороший супермаркет. Ну, я не знаю, мне так сказали. Возьму на всякий случай. If we need. Piano. Смотрим цены. И офигеваем. Неизвестно что, 99 центов. Что это такое вот желтенькое? Фиг его знает. А, картоха нарезанная. Рубль 19. Лучок нарезанный. Короче, тут уже... Тут уже все нарезано. Даже салаты. 3,49. Все уже порезано. Шампиньоны 1,19. Ненормальная цена. Салаты уже готовы, смузи. Ну, вообще цены такие же, как у нас. Интересует мясо. Фарш. 8,25 за килограмм. Ну, у нас, мне кажется, подешевле. 5,99. Котлеты. 6 штук. Полкило. Свиные. Вот это непонятно что. За 4,55. Ну, вообще то же самое цены. Сосиски. 3 евро. Очень дешево. Дешево. 8 евро за килограмм мяса. Типа грудинки. 4 евро типа грудинки. Хорошая грудинка. Это шницель свиной. 3 евро. Нормально. Йогурт? No, it's fruit drink, I think. Вот мясо за 3 евро. Это со скидками. Было 7, стало 6. 7,74 было, стало 6. Было 6, стало 4,49. Было 4,59, стало 3,49. Неплохо. Бекончик. Вот такой хот-дог. Не хот-дог. Ну, типа бутерброда. Написано гамбургер, но это не гамбургер. 3 евро. 10 евро вот такая вырезка чудная. Ну, я бы взяла. Курятина. 800 грамм, 8,49. Бедрышки очищены, 6,99. Хочу поделиться лайфхаком для тех, кто так же, как и я, хочет попробовать селедку в Амстердаме или где-то в другом месте в Голландии. Вот я попробовала кебелин, это жареная рыба во фритюре. В ларьках. В киоск. Его я не видела в магазинах, хотя есть специализированные магазины тоже, мне кажется, там дешевле. Есть вот в супермаркете по более экономичной цене, по более приятным ценам. Вот чек. Салаты тоже 1,29 стоят. Это я на ужин взяла. Это 1,99 и это 1,99, потому что сегодня у меня нет желания выходить, на улице дождь. А вот какая-то тоже селедка 1,19 всего. Вот, решила сэкономить, потому что вчера чек в ресторане у нас был на двоих 169 евро. Но и это те самые рыбные киоски, где можно купить селедку с огурчиками и луком. И кибелин. Это белая рыба, треска и лисом во фритюре. С чесночным или майонезным соусом. Но будьте осторожны, фото чайки здесь висит не случайно. Чайки – большие ворюги.